Итак, долгожданная встреча. Так, сейчас мы здесь. Соревнования. Давай это, в ряд, и соревнования это. На старт внимание марш, а? Не, ну серьезно. Ты культивировать ездил, что ли? Да. И что? Кому? Пашину, Пашину. Да, да. Я посмотрел, грибей, да, у него? Это? Широко, широко. Я тебе про это и говорю. У него и не прыгает нихуя, он шел, блядь. А потому что это, маленький у нас, маленький, как эти, как проститутка, да, а кидает. Да, идет у него ровно в губ, чуть-чуть там, блядь, смотри, как грибей. Марии не топчет. Да? Как ты не заехал, не посмотрел, блядь? Чего? Дополнительно. Заезжал, осмотрел? Ну, там народ, говорю, много было. А что ты там регулируешь? Это, чтобы легче. Там, так, вот этому мотоблоку сколько у тебя, Юрок? Сейчас сколько? О, блядь, а Кузьмич-то как ушатал. 14-го? 14-го года, 04-го, 14-го, январь, февраль, март, апрельский. Вот такое состояние. Все зависит от владельца. Какой владелец? И резину как будто на консервации, блядь, держал, блядь. По бокам только, по бокам. Есть, стерлись, блядь. Да?